важный день, но не для нас, не для Локомотива, а для сборной России. Сегодня заключительный матч в группе Кубка Конфедерации в соперниках Мексика. Сейчас мы пообщаемся с ребятами, узнаем, все ли будут смотреть, какие прогнозы. Ладно. Сборная России сегодня играет. На мой взгляд, ты должен быть там. Но раз уж ты не там, и у нас есть возможность тебя спросить, не почему не там, а как мы сыграем? Что думаешь? Как сыграем? Ну, многое стоит на кону. Поэтому я уверен, ребята дадут все силы и стараются победить. Потому что устраивает только победа. Сейчас, подожди, это же блок или вот так вот? Ага. Поэтому устраивает только победа. Надеюсь, ребята сделают свое дело. Так, доктор нашей команды Никита Карлицкий. Никита, твой прогноз на матч Россия-Мексика? Я вообще футбол не смотрю. Серьезно? Абсолютно. Вот так много хватает только жизни, тонус, что устаешь? Да, только на работе. Вообще не футбольный человек. Феликс, you will support Mexico or Russia? Support Russia, 100%. 100%? Выиграем? 100%, да. 2-1. 2-1. Топ. Так, вот еще у многих ребят тренировка закончилась. А кто ты? А, еще не закончилась? А у вас дальше? Дань. С днем рождения тебя. Спасибо. Все тебя поздравляют, я видел уже много поздравлений. Ну вот сегодня у тебя день рождения, светлый праздник, но, к сожалению, ты еще не в сборной России. Хочется попасть в будущее, правильно? Да. Смотреть будешь? Что думаешь? Ну, очень хочется, чтобы вышли дальше, прошли. Я думаю, выиграют. Думаешь, выиграют? Да, конечно. Прям, конечно? Да, я думаю, конечно. Мексика-то посильнее, наверное. Ну, может быть, посильнее, но я думаю, болельщики помогут. Ну, дай бог. Леша нужен, но... Я, конечно, не думаю. Как сыграет сборная России? Не знаю, тяжело будет. Я верю в нашу команду, все-таки дома играем. Ты пока, знаешь, пока мне единственное стражи, что все без сенсаций. То есть, в принципе, все четыре сборные, которые должны были выйти, они, по идее, и выйдут. Ты, Виктор, Вася, видел, что сказал? Что? Сегодня мы сотворим историю. Как сыграем с Мексикой? Кто? Россия. Когда играет? Сегодня, Сегодня, да. Не знаю. Думаю, что будет ничья. 2-2. Нас не устраивает. 2-2. 2-2? А как мы забьем два гола? Ногами. Посмотрим. Один ногой, один головой. Надо Богу молиться. По стандарту. Ну что ж, будем молиться. Будем молиться. Мира. Добрый вечер. Добрый день. Как сегодня сыграем? Ну, шикарно. Да? Слушай, а вот смотри, вот так по-вратарски. Ну, наверное, понятно, да, потому что Игорь Акинфеев, там, явление, все дела. И он сильнее тебя, правильно? Ну, лучший в России. Лучший в России. Но гол его или нет? Да. Ну, но он же все сказал правильно. Согласен, ну, да? Там было. То есть это была какая-то такая полупозиция, наверное, да? Ну, да, думаю, да. Ну, ничего, очень много сейвов. Но потом тебе два сумасшедших. Ну, реально сумасшедших. Да, как, прям как у тебя с Рудером. Ну, не так, конечно. Чуть похуже. Вань, будем смотреть футбол? Да. Лок, пожалуйста, не надо. Выиграем, давай. Не, выиграем. Выиграем? Да. Антон? Без комментариев. Гарик, сборную будешь смотреть? А? Сборную будешь смотреть? Ну, будешь же. Ну, конечно. Что думаешь, Мексика вообще очень неприятная атакующая команда. Но... Стоит ли с ней тоже в атаку играть с первых минут? Или как-то так, поспокойнее? 100% стоит. Стоит, да? Конечно, надо играть первым номером. Мы играем у себя дома, надо играть первым номером, а не играть по обороне. А как с Уэльсом не получится тоже, знаешь, там все говорили вот в атаку. Ну, с Уэльсом мы играли, был чемпионат Европы где? А сейчас мы играем дома у себя. Но это большая, огромная разница. Так что надо играть на атаку. Ждем и Пола за возвращение в старт, да? Короче, как думаешь? Я не знаю. По футболистам я ничего не знаю. Какого, кого выпускать. Не бойся, Борю спроси. Мы верим в Россию. Мы верим в команду. Главное, чтобы все были едины. И тогда мы победим. Пропаганда какая-то. Ари, друг, приятного аппетита. Сборную России будем сегодня смотреть? Конечно. Будем болеть за Россию, да? Конечно. Да, все Ари знает. Ты же сам думал за Россию играть, не? Сегодня Россия выиграет 1-0. 1-0? Да. Кто забьет? Как будто знаешь. Я думал, будет тяжело. Угу. Когда... Корни. Угловые. Угловые, да. Тяжело? Думаю, так. Тяжело будет? Наоборот же, у нас Васин высокий там. Потому что все футболисты в Мексике. Uh-huh. Маленькие. Uh-huh. Uh-huh. Мы ждем. Это что? Играли.
постоянно. На весу. Да. Удачи всем. Спасибо. Без проигрышей не бывает побед, конфуций. Ну, это не закончим.